Здравствуй, мой дорогой зритель. Сегодня я хочу тебе рассказать про село Семеновское, в котором я прожил чуть больше года и которое успело полюбиться мне и стать моим вторым домом. Село Семеновское Ступинского района – это место, где история и природа сливаются воедино. За время своего существования это село прошло через множество исторических событий. В разные времена здесь проживали разные знатные семьи, а также проходили важные военные действия. Сегодня Семеновское – это тихое, спокойное место, где можно насладиться природой и отдохнуть от городской суеты. Село Семеновское также известно своими достопримечательностями, такими как усадьба графов Орловых от рода Семеновская, Никольская церковь 1781 года постройки и мавзолей-усыпальница Орловых, она же церковь Успения Пресвятой Богородицы. Все эти три достопримечательности являются памятниками архитектуры федерального значения и прекрасным образцом русской архитектуры того времени. Также в Семеновском можно посетить музей истории села, где представлены экспонаты, рассказывающие о жизни местных жителей в разные эпохи. Село Семеновское – это место, где можно отдохнуть душой и телом, насладиться красотой природы и узнать много нового о русской истории. Приезжайте в Семеновское и убедитесь в этом сами.